have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Народ! Да! Да! Всем привет! Блин, меня тут мотает по всей карте. Ой, монетка, отдай! О, спасибо. Это летучие монетки. Аллилуйя, летучий дождь. Так, спасибо, я уже наелся твоей пиццы. Мне ходит, предлагает тут всем отравленное. Да она вкусная, о, еще кто-то вкусная на здоровье, я уже это все, тут мои полномочия. Кушайте, кушайте. Я хочу. Сейчас я где? Меня пластиной накрыло, извиняюсь, пицца закрыта. Ой, там бомба. Не режима бомба. Ёлки. Нет, не лава. Я нашел закрыто. Я нашел коктейль. Да как так-то? Ой, ёлки, иголки. Кто пиццу просил? Я просил. Народ, в этом выжить невозможно, это же импосибру. А ты вон там вот внизу, да? Да. А! Я в лаве. Спасибо. А я в еще хуже положении. Ну а я в своей пиццерии продолжаю работать. Итак. В рот мне ноги. По-моему, это выражение точно такое же старое, как давно мы записывали этот режим. Это было примерно год назад. Идем, народ, вы как раз все здесь, идемте за мной. Пика. Ну, побери. А, да, я не умер. Подождите. Подождите, я пока жив. Смотри, какая тут фигня открылась. Вот этого не было, кстати, раньше. Да. А мне потом покажите, а то я жив еще. Это плохо. Ага. Да. Ну его нафиг, ну-ка. Да запрыгни. О, блин. На меня самонаведение. Жесть. О, тут чувак с бомбой. А, выжил. Подходите сюда. Тут. А, ты ж прямо туда улетел? Ого. А тут куда нельзя сделать такое отдаление, чтобы вот прям вот это не получится, жаль. А, вот сюда. Так это раньше было, по-моему. Этого не было. А, ну знаешь, когда я играл... Ну, нет, когда я играл-то было. Ну вот 11 месяцев назад этого не было. Аргумент. Ну вот, потому что мы сюда заходили последний раз, именно когда мы записывали этот режим, и после этого как-то наши пути немножечко разошлись с этой игрой. А вот сегодня торжественно возвращаемся. Блин, выглядит круто. Пум. Одну пятерочку выжили, одну... Ну, не пятерочку, давайте, да, четверочку хотя бы. Ой, четверочка. Четвердочка. Четвердочка. А почему... Я хочу пить. Я вижу бомбу сквозь стены. Плохой перк. Меняет все слишком. Почему у меня полет? Вроде я не переставлял, хотя черт его. Ну съешьте пиццу, она прям на мосту. Я не могу прыгать, я потолстел. Да, чувак, слушай, тебе срочно нужно где-то работать по продаже какой-то фигни, ты прям можешь. О, чувак, я уже работаю. По продаже фигни? По продаже фигни, я рекламу продаю делал. Коктейль, который лечит. А, тогда это много чего объясняет. Продаю коктейль, который лечит. Хочешь, Фрум? Который калечит? Не, спасибо. Давай, попробуй. Нет, для тебя лечащий. Давай. Только для меня, только си. О, блин, тут бомба. Я сильно буду вам пиццу подбрасывать. Слушай, она там заляпанная, на ней видно фиолетовую фигню. Ты уронил куда-то в канализацию, ее облизали черепашки ниндзя, и теперь ты пытаешься продать. Но она же вкусная, вкусная. Да, очень. Я поел. О, утка. Питательная. А, утка это бомба, я не понял. Это уткачка. Это не утка, это уткачка. У меня написано то, что так бомба. Отлично, дополнительная жизнь. Это в смысле наклонись, бомба. Так, бомб. Дук. Ой, бомба. Дюк-дюк. Я тут с этой скакулой посижу. Блин, тут бомба появилась. Скакула. О, кто-то травился, то есть поел пиццы. Я к динамиту пошел. Отлично. Ну-ка. Где вы? Ребята, я в ловушке жопера. Ладно, нет, стой. Стой, не надо меня вытаскивать. О, я это... Нет! Я... О, тут могила. Пошел, блин, похавать, ага. Еще кто-то поел. Наверное, вкусно. А тебе это жизнь восстанавливает или что? Мне это деньги дает. Ну, продажи все-таки. Что это за скилл?
Тогда что это за скилл? Короче, предлагали ядовитая закопаться пицца. Под землю, Фрум. Как неожиданно. Но вообще, у меня копалка не, нету, копалки, елки. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй. У меня леталка в этот раз вместо копалки. Кому бы еще пиццу предложить? Да что-то все уже, походу, отравились. Видишь, у тебя продажи... Ой, я выжил! И я выжил. Как мне... А я тоже хочу такой скилл. И я выбил случайно. Только что так, недавно, менюшка. Скиллы. Вот, у меня есть леталка, копалка, падалка и телепорт. А каким уровнем они прокачиваются, рандомно или когда ты их используешь? Ребята, когда давайте ты их используешь. Давайте включим ночной мод. Так, пока что похожу с супер джампом, а перк. Вызовы сбор наград, отлично. Денежку. Отлично. Так, кому? Тан-тан-тан. Держите. Блин, а сейчас бы пиццу в скопление народа закинуть, они как все отравятся. Он мне по башке пианино кинул. Почему эта фраза так напомнила блины с лопаты? Ну ладно. Ты у меня сырил в Она вкусная, ешь. Она вкусная, ешь, говорю. О, кто-то поел. Отлично. Я тебе по башке настучу. После этой фразы мне что-то в голову прилетело. Отличное место, я буду тут жить. А в какой категории? Черт, крышу снесло. В какой категории пицца? Movement, offense или defense? Не знаю. У меня проблема... Ай. Большая. На мне бомбы. Сними. Снял. Молодец. А, да, еще. Короче, все способности, которые наносят урон, после нанесения урона у вас там типа пишется 60, вот так вот. Это количество денег, которые вам потом в конце раунда дадут. Вот у меня сейчас 60 денежек. О-о-о, неплохо. Блин, тут что-то очень страшное висит, и я не могу отсюда выпрыгнуть. Ну, раз не, так. Нормально, нормально. Оно меня не достало. Пиццы? Спасибо, я полетел. Спасибо, мне пора. О, деньга. О, я могу купить штуку, чтобы я бомбы оставлял, когда умер. Не надо. Надо будет покопаться в том, что тут можно купить, потому что, мне кажется, сегодня будет такой вспоминательный забег, а потом через некоторое время мы можем сыграть еще разочек. Жаростойкость упала в лаву. Дает хп, когда что ты ешь пиццу. Блин, меня колбасит этой фигней. Милочка, то есть, а эта пицца будет считаться тоже пиццей, да? Надеюсь, я же его купил уже. То есть, по идее, оно тебя будет травить, но при этом лечить? Да. Слак, покорми пицца, меня пиццей. А я этот, на меня пианино упало. Рояль. Рояль в кустах. 9 секунд, что я случусь? Обычно после этого убивают. Спаун бомбхэт! Я спавню. Блин, а я помню, тут, короче, раньше где-то рулетка была. Типа, рандомные вещи давали. Кажется, да. А. Так, что можно в шопе посмотреть? О, какое-то оскорбление. В шопе. Не жужжи. О, пианино. Пам. А чё оно тихое? Оно должно бам, да? Ну не, Блин, двойной прыжок 15 тысяч стоит, жалько. А, всего-то. У меня 139. Я... А, вот. Тысяч? Рублей. А у меня 1300 рублей. Movement, defense. О, 4.1. Понял, ладно. 4.1, ну пойду... ничего, тогда жить можно, наверное. Ребята, я на огромном лубе. Ребята, все, заходим внутрь головы нуба. Можно? Ползу я такой по лесенке, ползу, и тут слева бомба. Хотя я... Нет, ауч, за давай. Мной гоняется сраный сыр. И меня всосало в черную дыру. Ауч. Меня взорвало токсичной бомбой. В меня летит ядерная ракета. Фига себе, я не думал, что он такой сильный. Хватит, потушись, гадина. Стой, Фрум, давай вместе стоять, так? Да.
Сейчас ко мне как что-то прилипнет. Чувак только что выбирал перки, такой, стой, давай вместе стоять. Абсолютно без палева. Забудь. Это шутка. Наверное. Ребята, смотрите, где я. Шутка. Я съел горшок. Александра? Крылья за 75 тысяч. Пушкина? Нет, горшок. Офигеть. Александр. Слаг, я думаю, в теме. А, повтори. Горшок Александр, знаешь такого? Возможно. Помогите! Блин, неужели ты его не нашел еще? Это что, землетрясение? Это землетрясение? Горшок... Твой это заедовитая бомба! Стоп, стоп, стоп. А, горшок Александр! Да! А, это тот, который этот... Который горшок, который Александр! А, я пиццу съел. Горшок Сандр. Это я ее съел. Помню. О, это я! Последние времена... А, кстати, еще одна причина, по которой я не проходил второй Dark Souls, там нет грибов. Ясен пень, блин. А чё ты ушел? А как-то компания не понравилась. Ты не тем дезодорантом пользуешься. Я только что получил 30 хпшек, а потерял их в одно и то же время. Ну, видишь, разменялся в никуда. Как же тут опасно? Чёртова бомба. О, кого-то долбануло. Ты меня! Привет! О, гробик. Да. 20 секунд оставалось до конца. Фрум, иди нафиг! Иди нафиг! Никому не доверяю! Не подходи ко мне! Тут безопасно, иди сюда! Весело и без опа! Я ж тебе говорил, тут безопасно! Три стрик бомб. Я кое-что вынул. Ну-ка. Ну, скилл кое-какой выбил. Ну, какой? И чё? Какой? Не скажу. Да, что ты такой этот, не такой какой-то. О, ну вот, постою вместе, узнаешь. Да ну, я уже настоялся, я спасибо. Я пиццу не успел продавать. О, монетка. Уже настоялся? Я настаиваю, да? А когда продаете? Продам пиццу. 12 рублей кусочек. О, давай. Я тебе скилл покажу, который я увидел. Ага, я на качельках покатаюсь. Иди от меня. Евгений, спасите. Во тьме ночной, средь бела дня, идите нафиг. Безопа. Сны. Молния. Я все взорвал. Я положил пиццу. Чувак, ты только в баротравму не перетаскивай этот скилл. Сейчас, пицца. А он там уже есть. Дайте мне скушать пиццу. Нет, там нужно еще динамит найти, а он может просто взорвать. Чему? Он может себе в самом начале игры выдать. Никнейм пишет свой. ID предмета, GIF. Все. А почему я не мог это взять? Пассивки, как у меня. Я могу вещи кушать. Отлично. Кто-то пиццу сожрал. А кто? А! Подумаешь, молнию я на тебя уронил. Чё ты убегаешь? А можно монетку ХП генерировать? Динамит! Коктейль. А куда бежать? Некуда бечь, пацаны. О, вы чё? Плюс 20 ХП. Отлично. А можно монетку сбросить? Монетку сбросить. Я помогу, стой рядом со мной. Ты уверен? Так, нет. Оно горит? Я тебе не доверяю. Горит. Вода горит. Я лучше пойду. Нет, тихо. 15. Слушай, пожалуйста. Давай ходить вместе. Блин, монетку бы. О! Пицца. Я не помню, какая она была. Слаг, это мой. Нет, ты предатель. Слаг, у меня хилка. О, монетка. Я пиццу нашел нормальную, не свою. У меня хилка, Слаг. Нормальная. Да, хилка у него. Точно, я забыл. Что-то меня проколбасил. О, хилка нормальная. Я нашел нормальную хилку. А чем тебе моя не нравится? 3 секунды. Она очень напоминает мою... Она очень... Похожа с действием моей пиццы. Отрицательно полезны. Блин, это новый язык, который появился в интернете, насчет отрицательного и всякое такое. Держи. Кто под ноги бомбу закатил? Неплохо, два бэджика выехало.
137 рублей. Из 56, охренеть. У тебя? Да. Что-то ты богатый какой-то. А у меня? Ну, много играл. У меня 23 из 56. На один больше, ну все понятно. О, собачье пианино, я забыл про него. Кстати, народ, забыл. Надо сыграть на нем обязательно. Давайте в следующую интермиссию сыграем с собачьим пианино в четвером. Предложил. Четыре. Ребята, я четыре. Знаю, какой перк у Пики, в общем-то. Ребята, у Пики травленая бомба, все, уходите от него. Мне он не нравится. Пики. Он душный очень. У Пики болото в карманах. О, нормальная пицца. Держи. Это тоже не-не-не, мне норм, я уже наелся. Ребята, тут много хорошей пиццы. Ой, как рванет сейчас. Ща рванет, смотрите. Да тебя рванет! Почему у меня из-под ног земля уходит? Я лечу. Кого ты лечишь? Смотрите, я в шарике. Я в танке. Еще один покемон. Да уйди ты, гадость свою, кинул мне. Понюхать. Еще и монетку у меня из-под носа забрали. Не надо, не делай это. Стоишь, и тут тебе в рот пихает какое-то говно. О, ребята, и наложка. Давайте поймаем ее. Я в пузыре. То в шарике, то в пузыре, реши уже. Прыгайте на НЛО. Я в танке. А нахрена? Я в шарике. Сходи, попробуй. Никогда не задумывались, что у человека в голове. Только оно... меня чем-то упануло. Что делает НЛО? Носит тебя. А НЛО будет писать? Ай-яй-яй-яй, меня там проколбасило. Что происходит? Меня, короче, взорвало, по всей карте раскидало и в итоге в электричество закинуло. Я двоих отравил! И себя тоже. А что, так тоже можно было? Ой, здрасте. А что, так можно было, что ли? О, труп слага. Слаг, я твой труп нашел. Не трогай. Че? Нет. Я рядом с ним бомбу положил. Ребята, Уйди. Ой, НЛО испарилось. Вот тут прямо это... Я в честь твоей любви положил бомбу. К твоему гробу. Спасибо. Почти память. Не нравится мне тут. 8 секунд, пожалуйста. Нет! Да. Я свою жизнь спас. Я выжил. И я выжил. Не, ну форма пицца же вкусная вот. Нет. Да, вкусный. Нет. Давайте на собачье пианино, пойдемте, 15 секунд, народ. Иду, ща. Давайте, вы не успеете. Ща, погодь. Вы слишком медленные. Я иду. 4 секунды. Я на пушке лечу. Я. Это тупо, но весело. Это весело. Как обычно. О, давайте на верхнюю башню. 3.85. Ванильный домик? Ванильный домик. Ванильный, да. Пицца? Что там воняет? А чё он горит? Он не горит, он пригорает потихонечку. Это пожар! Ой, я там отравил вас. Нет. Да. Нет меня. Я в углу стою, мне холодно. Слаг, давай ты мне пиццу, а я тебе бомбу. Давай, вот пицца. О, сейчас я бомбу скину. На бомбу. А ты пиццу. Черт, а как теперь сюда? У меня пицца на 10! У меня хилит пицца на 10! Ну она хилит, а потом это... А потом не хилит. Она... А потом резко потом... не хилит. Еще раз дай. Неприятно. Да еще. Блин, еще ко мне Луиджи прилез. Луиджи, чертов. Куки Леджинд, чувак. Окей. А почему тебя она хилит? У меня пассивка, то что я могу пиццу есть. Хилку пиццы. А тебя бомба хилит? Хотелось бы. Пока что нет, да? Ну, еще пиццу отсыпать? Да.
Хоть кому-то понадобилось. Подожди, там бомба очень лютая, окна. Жри. Мне, правда, за это деньги не дают, но ладно. У нас тут туса, кто захватит матч, то Луиджи или я. Пика, я внизу, иди. Пика, иди ко мне. Сейчас я вас тут... Держите. Я пошел, да. Я уже понял по приближению твоему в мою сторону. Я уже понял, что ничего хорошего ждать не надо. Дай пиццу, я при смерти. А ты где? Да мне все равно, меня по всей карте мотает. Ты просто кинь куда-нибудь, он ее поймает на лету. Супер трюк. Ща мне пишут. Ща найду кого-нибудь. Луиджи, свали от меня. Он всех, он ходит и всех ставит. Сердечко. Я в группу трех пацифистов кинул бомбу. О, кто-то съел пиццу. Надеюсь. Жаль, что не я. Дай пиццу, срочно! Держи. О, нормальная пицца. 5 хп, дай. Держи. А, все. 5 хп. Думал, это была взаимопомощь. За что нам помощь? Ну, как я взаимопомощь? Понял. Меня хилили, а я всех отравил. Ну да, я же говорю. За что нам помощь такая? Точно! Интересно, а все вот эти тырки можно понажимать? Опять же, если бы мы тут были вчетвером, мы бы это узнали. Ладно. О, я нашел шарик, который взрывается в небе. Пятерка? А, нет, жаль. 4-5. 4,5 неплохо так. Давайте в шахмат. Фрум, давай смотреть, как мой шарик взрывается. Давай, только подальше от меня. Так он в небе. Все равно подальше от меня. Ребята, можно... Ну хорошо, смотри, смотри. В небе, но подальше от тебя. Ой, не в небе. Ой, не в небе, не в небе. Да, ой, случайно. Это нормальная пицца, говорю. Не, ядовитая бомба повеселее. О, 50, 60, хрена, кого там отравило? Это была вечеринка, да? Там 10 человек сожрали сразу. Ёлки меня кинуло! Кому-то. Фу, дай мне тоже пиццу! Тут а, яд! Всё, не надо. Подожди. Тихо. Я нормальную пиццу съел, мне уже не нужна. Луиджи. Ой, денежка. Здравствуйте. Да-да-да, сотка. О, вот труп Луиджи, наконец-то, тварина. Ну, он этот сдох от пиццы. Вот там ядерная бомба. Он да, ходил по карте всех станера, да. Тизером жахал. Ой, тизером? Блин. Ну, тазером. Тизером к новому сезону? Тазером. Ладно. Ай-яй-яй-яй. И мяч! Какая? Вот будет у меня нормальная пицца, мне никто не поверит, то, что нормально. Я есть сдохнуть, нет. Я поверю, мне все равно. Сейчас я понаблюдаю за вами, неудачники. Так, ладно, я... Чувак просто летает и говорит, что это отсылка к его бате. Что? Оу, ну, бомбу кто-то спал. Какая отсылка к его бате? Ну, видимо, что его батя тоже уже где-то летает на небесах. О, я в бомбу на шарике превратился. А, это нормально. А может кто-то последить за мной? Я за тобой слежу. Да, я могу взорвать тебя. У тебя не так много жизни осталось, если один раз тебя высморкаться, я думаю, ты сдохнешь. Нет! Привет! Я тебя ненавижу! А как взорвать? Все, поздно. Вертолет улетел. Она не взрывается. Не надо. Не надо, дядя. Что? 7 секунд, живи. 7 секунд, блин. Она не взрывается. Уйди, уйди. А, это было жестенько. Отлично, денежка. То, о, чувак просто уже 10-й банковский аккаунт открыл на этой пицце. Почему 10? 12-й. Боинг. Боинг. Ребята, включайте ночной мод, гораздо лучше будет. Я какой-то челлендж выполнил. Рили? Два джема дали, уж не знаю. О, у меня теперь 24 бейджика, понятно. А у меня 24. Явно больше, чем 24, да?
4.15. А я принес уголь. Ребята, я получил самую имбовую обилку. Пиццу? Получше. Я умею летать. На крыльях прям? Нет, ну, конечно, да. Вот это был вертолетом, и чё? Ну, в общем-то, смотри, смотри. Это чё такое? Тебя тоже по лицу отмудохали? Меня муда-муда сделали. Меня тоже. Пиццу вам! Да что происходит? Привет. Люди, добрый, поезд взорвался. Что-то бомбануло, погоди. Что там? Эксплозит, так? Утки. Что? Взрывные утки. Ну, как обычно, вы что, забыли? Да, а что они везде? Потому что это, потому что они вторгаются. Ой, сейчас на тусу закину пиццу. Ой, тусу. Потому что они утки, это не ответ. Нет, потому что они вторгаются. Так, сейчас, ну пожалуйста, съешьте кто-нибудь. Давай я съем. Не-не-не, тебе нельзя. Тебе строго противопоказано. Тебе строго противопоказано. Спасибо, человек, который поел 40 уже хотя бы. Он, кстати, умер. Тебе не кажется, что это слишком реалистичная механика? Ты кормишь людей, они от этого умирают. Это то, как делает каждый фастфуд. И тебе дают деньги. Да-да-да. Возможно. Да, ёпарас, это забомбило. Плюс 35, минус 30. Ребята, я умер. Ой, 70, еще кое-кого убил. Ядерная бомба. Так, понаблюдаем за слагом. За мной. Ну или за тобой можно сейчас. Вы как раз рядышком находитесь по кнопочкам. Хочу кому-нибудь пиццу закинуть. О, чайник. Неплохо тебе лицом пол почистили. А! Кому пиццы? Куда? Что? А, блин, где? Где все? Чё все сдохли? Покойся с миром. Бам! Мне нужны клиенты. Я видел, как тебе эта бомба летит. Я такой просто... Я выжил! Ты выжил, да. Ладно, народ. Какими судьбами? На этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. И всем покеда. Всем покеда. Покеда.